Теперь деятельность детских печатных изданий, теле- и радиокружков по всей Якутии будет координировать Ассоциация детских и школьных СМИ. Об этом сегодня сообщили на обучающем семинаре для педагогов и руководителей школьных изданий. Также в ходе семинара разработали систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки по развитию школьных пресс-центров. Особое внимание обратили на сетевое взаимодействие учреждений образования, реализацию межшкольных образовательных проектов. На встрече приняли участие более 50 педагогов из 30 районов республики. Цель нашего семинара – это, конечно же, в первую очередь объединение всех школьных СМИ республики. Это не только школы, к нам еще приехали воспитатели детских садов, у которых есть свои детские телестудии. У нас участники приехали из дальних улусов, такие как Эвейно-Батантайский, Вилюйский, есть Сунтарский, есть география обширная.